Настя! Капец, они что-то слабенькие. Нет, нет, уворачиваюсь. Ты чё, соло тащишь? Алло, Дань, может я вообще не буду играть? Тупо пепец нагибаем, пацанов, слышишь? Итак, братва, всем 0-16-0, и наконец-то мы дождались эту легендарную обнову мага, как думаешь? Наконец-то, бро. Ее просто ждал каждый второй, наверное. Спустя год почти мы дождались, поэтому мы сейчас летим в режим напарники, калиброваться с М40, поэтому, пацаны, обязательно прямо сейчас ставьте лайк, чтобы как можно быстрее мы откалибровались и получили глобала. Давай перед началом откроем кейсики из нового кейса, чтобы у нас реально заряженная каточка была на победу. Данек, Нексу уже новые перчатки выпали с этих кейсов, прикинь. Так, ну я думаю, сейчас тоже что-нибудь вынесу с кейсика, чтобы красиво смотри, было в напарниках. Смотри, что-то не вынесли, бро, с этого обновления. Найс. О, пулемет почти выпал, боже. Ладно, пофиг. Открывай последние три кейса и полетели, короче, в каточку. Давай перчатки, пожалуйста. Стендов 2, дай перчаточки. Кстати, я вообще в шоке, то, что в кейс добавили перчатки. Мне М60 гранж выпал. Прикольно. Все, короче, выпал только гранж, поэтому имба, я думаю, каточка будет сейчас на М40 жесткая, поэтому полетели в катку. Ну так, братва, первая каточка стартует, легендарная. Так, а ну-ка, покажи своего агентика, такой маленький. Нифига, у тебя маска классная, слышишь? В смысле маленький? Это у тебя маленький. Данек, а ты вообще карту изучал эту новую? Что тут делать вообще надо? Слушай, я, короче, заходил на эту карту, тут и вот второй этажик есть. Я наказал его, в принципе. И там еще окошко жесткое. Сейчас, короче, на М40 накопили, отлично, полетели. Ты че, соло тащишь? Алло, Дань, может, я вообще не буду играть? Да не, забей. Главное, М40 купи, сейчас будет немного сложнее. Сейчас будем на гибчик с М40 показывать пацанам. Гоу сюда, смотри, встань сюда. Тут подсадка есть, сейчас буду уже с подсадкой уничтожать. Можно? Попал! Еще добью, вот сюда встань. Давай. Найс! Еще одного. Выходим! Он сюда пошел! Наказываем! Найс! На! Тупо пепец нагибаем, пацанов, слышишь? Жестко, слышишь? А прикинь, нам глобала дадут на М40. Нам главное сейчас не слить ни одной катки, это вообще будет жестко. Давай вот сюда подсадку, вот сюда идем. Вижу одного тихо в прыжке. Он близко, нет? Запушил. Отлично. Дауншот! Хорош! Уничтожаем. Убивай, пока он по мне стреляет. Лучший! Капец, нет, что-то слабенький. Даня! М40 1350 голды стоит! Чекни! Я не заметил, я только тоже, заметил. Я тоже увидел, нифига. Он 1800 стоил. Неплохо. Это получается, после первой пистолетки можно с М40 и с армором нагибать в напарника. Нормально. Противникам так не повезло, потому что админы добавили маленькую цену на М40. Они знали то, что у нас есть обмован для гушачая рожа. И поэтому М40 теперь стоит очень дешево. Я дал ему хае, давай убивай. У них М40? Че, они все вообще психи? Опа! Они подумали, что они сильные. Они так же. Меня в спине убили! А, я ж забыл! Тут нельзя сливать раунды, потому что если мы будем раунды сливать, нас будут понижать жестко. Тут же по раундам тоже, типа, тут как в ММе. Я попал, добей! А, нет, пожалуйста. Он залагал. Лучший! Даня, он залагал и убил. Как же повезло, что он вовремя залагал. Блин, масочка общая жесткая, пацаны. Что думаете? Напишите в комментариях, пожалуйста. Правда, немного голову жмет, и череп, походу, у меня скоро сломается, но ничего страшного. Погоди, а до 8 раундов, да, победа? Сейчас, кстати, узнаем это. Я точно не знаю. Давай дигл возьмем. Какой дигл, тупоголовый? У нас нету арканы. Найс. Пошли, тупоголовый дебил. Никогда меня на дигл не подписывай. Иди за мной. Иду, не сы. Я знаю эту карту наизусть. Прикрывай. У тебя, кстати, шаги смешные. А там чё, ему пофиг, что его тиммейты убивают? В смысле шаги смешные? Я, кстати, заметил, что якудзы, они как-то странно двигаются. Да, посмотри на меня сейчас. Найс, ты ходишь! Ты чисто знаешь, как антилопа какая-то. Давай тащить, бро. А сколько каток? 10 надо, да, для калибровки? Да, также 10 каток для калибровки. Поэтому, пацаны, если хотите продолжение калибровки, как можно быстрее набираем как минимум 15 тысяч лайков, и сразу выходит новая часть. Давайте, мужики, поднажмем. А? Я попал. А, бомбу ставь, у нас же бомба. Вот сюда, давай в дерево поставим. Мага в дерево вот тут. О, он идет, за дерево прячься. Мага, только не слей, пожалуйста, я убежал отсюда. Найс. Мы выиграли? Да, мы затащили катку, Данек. Стой. Реально? Это наша игра. Тут всего 8 раундов, как в закладке бомбы, неплохо. Так, полетели в next каточку. Первая легендарная каточка в новом режиме сыграна идеально, поэтому, пацаны, нам надо сейчас дальше так же сделать, чтобы 10-0 всегда было. Так, пацаны, стартует вторая каточка, и я только сейчас понял, что тут только поинта, блин. Даня почему-то недоволен, но я считаю, что это баланс. Мне кажется, на поинту Б как-то поспокойней, попривычнее из-за КТшников, из-за теров. Я не знаю, все дуэльки игрались на поинту Б, это, пацаны, кто оут и дуэли, кто-то понимает все. Так, у нас так. Что по противникам, они нас любят. Он нифига. Тут у них анимация, кстати, они со стеной взаимодействуют, трупы, чекай. Найс! Раньше такого не было.
Куда лететь с ножом? Нифига он меня не забайтил, жестко было. А, я понял, почему тебе не нравится, что Sandstorm, потому что тут на М40 нельзя тащить. Не, на М40, типа, на пункту А очень сложно. Типа, не очень сложно, а именно то, что тут позиция не очень прикольная для М40. А мы там все равно затащим, Данек, потому что мы профессионалы, мы пепис, мы самый сильный. Мы киберспорт в мире клан. Отлично. Да, хорош, мы в команде тащим. Боже, мне страшно очень. Почти, я живу. 5 секунд, на время, Даня, на время. Я живу. На нож его, на нож! На! Куда летит ужин? Лучший! Я уже испугался, боже. Я Данек, испугался. Тут на миду можно играть, Данек. На миду можно играть. Да! А там чилы тоже пишут, гоу на М40. Они что, реально хотят калибровку свою проиграть на М40? Ну ладно. Кстати, пацаны, смотрите, какая есть прикольная фишечка. Голосовой чат бета. Можно будет включить и попробовать в каточке сыграть. Чекай мою аву, как тебе? А, ну это имбовая ава. Слушай, киберспортом сразу пахнет. А, минус 60, Данек. Чекай, чекай, это клатч, клатч, клатч. А, отлично. Отлично. Да! Туда его. Как-нибудь. Давай, теряйся. Отлично. Тихо, живем. Что происходит? Я просто... Такие шоты ставлю нереально, это просто жесть. Мне кажется, это моя маска передавила мне мозг настолько, что я просто уже на автомате все делаю. Чекай мою походку. Давай, смотришь, давай, смотри давай. На мою жопу. Как вот тебе? Такое, конечно. У меня такое, как лягушачья жопа сейчас. Осуждаем. С нашей базы пришел. Окей. Он что, с М40, что ли? Да, я его наказываю. Я отомстил за тебя. Да не, идем, подсадимся через А и на мид неожиданно выйдем. Он не поймет боже. Этого. Иди сюда. Стой. Давай, он не понимает этого. О, он уже на КТ ушел, не понял. Сейчас мы его накажем тут. С двух сторон. Крепим. Да давай. Нет! Только не слей ему, пожалуйста. Это будет печально очень. Нет! Как мы слили это? Я тебе говорил, все, по твоим тактикам больше не играем, это полная жесть. Чекай, где мы давай спамимся? Давай по миду пробежим, ты забустишься, давай. Я как раз тег новый затащу, чекай. Я тебя прикрываю и бущу, давай. Залазь и ставь бомбу. Как запрыгнуть? Через пробел. Опа, мидл, на... без хп, минус 50 на миду. Чекай, пуэнчил, тристайки пуэнт называется. И сюда встаем, чекай. Слева, слева. А почему хорош. Я его тут слышал? Что это такое? О, жестко, пацаны. У нас на часах 9 утра, мы в 9 утра, короче, встретили обнову, и уже 10 час идет. Мы снимаем видосик, вообще имба. Кстати, Даня, я тебя разбудил, чтобы снять это видео. Найс, имба. Я вообще не знал, что обнова. На, дал хедшотик. Там, кстати, с Фамосом чел аккуратно, он сказал нам, что он хочет Фамос затестить. Я его убил уже, бро. Минус 80. Блин, это тот чел, который нереальные вещи ставит, как это? Дань, помнишь фонтан? Фонтан, помнишь? Фонтан. Твои трусы вон там, погнали, пушим. Давай, давай. А, все, забей, я на месте. Да они тащат из-за лагов только. Да блин, ну я... Чтоб ты понимал, я из окна выпрыгиваю, хочу чела уже убивать, и меня назад телепортируют, это просто жесть. Мы, кстати, сольем катку, скорее всего, потому что мы что-то вообще слабые полностью, ну. Нулевые. Ты слабый, тащи давай. А чё, чел стоит, не понял? А, у тебя... Зачем он режет меня? Я беру автомат, мне без разницы. Не-не-не, мы жесткие. Забей, я наказал за тебя. Я возьму автомат, я не могу. Не-не-не. Не-не-сы, мы как-никак калибровочные. Они нарушают правила. Мы играем только с М40. Нам не важно, с чем играет противник, потому что мы жесткие, по идее, должны быть. Или нет? Чё думаешь? Мы всегда жесткие, бро. Но когда противник нарушает, подгорает попочка. Иди ко мне, сладкий. Он опять ножик берет, я не знаю, тупой? Осуждаем. Он nice. спина. Давай, тащи, Даня. Он с ножом. Я убегаю! Я тоже с ножом, я ему отвертку в глаз запихал. Жестко ты его. Ютуб осуждаем, такие призывы к действию. Это все нереально, мы в виртуальном мире. Так, пацаны, третья катка сейчас будет лететь. И надеюсь, мы также выиграем 8-0. Полетели. На месте. Готов тащить. Мидл двое. Ой, тебя подорвали, живи. Как они заходят? Тут чел, он бомбу нам принес, по-моему. А, нет. Найс! На! Сюда. Это наша катка, Данек. Знаешь, что мне кажется? Максимально плохо, что разработчики сделали везде пуэнты А, потому что на расте, как минимум, на пуэнте А очень сложно с М40 контролить противника. Ну, как минимум, если противники не глупые, и они не будут выходить на мидл, то у них есть все шансы выигрывать за террористов. О, чекай, звездочки добавили на маты. Найс! Найс! В спине кто-то топает, как будто бы какой-то сайгак бегает. Попал, уничтожил. А, нет, ТП хаюсь, нет. Да ну, Элла, не лагай, стендов, ты что делаешь? Я его зарезал, он тут стоял всю игру, чекай. Он не мог шевельнуться. Найс. Чекаю, а. Чекаю. Я уничтожаю одного. Убил. Снизу на воротах.
Привет, родной. Ну режь его! Лучший! Ну, просто свинец в глазик. Не забудь смок купить. У нас в напарниках главное наше преимущество — это смоки. Вышли уже на плент. Реально? Так, кидаю смок киберспортивный. Да я его прокинул! Хаешку в плент! Я его прокинул! А, флешка, ничего не вижу, спасите! Это я кинул. Да, лучше просто... Лучший. Нет, нет, уворачиваюсь. 360 уворот. Повороты килл. Понимаешь это? Это просто нереально. Мидл прошел. Как он запушил? Не понял. Тихо, я прячусь. Он с Нексом в руках. По-моему, они поняли что-то, слышь. Они поняли что-то. Бомба у меня, отлично. О, спалился, тихо. Сейвим. Отлично. Как тебе? Мага? А, мага АФК, что-то я понял, я, он даже не видел. У меня микрофон выключился, я говорю, ты что, больной? Я думал, ты вообще сольешь этот раунд с 12 хп. Я просто Ероксу звонил, сказать, что вышло обновление. А он не поднимает трубку, у него выключен телефон, походу. Ерлан, если ты смотришь этот ролик, мы сочувствуем тебя. Мы тебя будили, мы пытались. Да он опять на миду, что он от меня хочет? Иди отсюда. Баба, у меня Даня! Чекай, кидай флеш, залетаю в мид. Он в окошке. Чекай, вот так влетаем. Опа, пал прострелом, сейчас добью. А я его отсюда в прыжке убью. А, ладно, я бью тебя. Не понял, а что он тут лучший сидит? Он отдыхает, что-то сидит в уголку. А, это 8-0, кстати. Пистолетку осталось выиграть и все. Да, давай на изи выиграем. Мы, если 10-0 выигрываем, мы по-любому глоба лапаем. Нам нельзя проигрывать, Даня. Потому что мы киберспорт! Мы пипец! Опа! А ну-ка, стрельнись, когда ты стреляешь, у тебя типа следы от... Да, да, воздух, как будто бы трейсера новые. Я на А зашел. Отлично. Ты где? Я тащу. Последнего сейчас нахожу. Забей. Все, 8-0. Обалдан, пацаны, соло. Это просто жесть. Я не знаю, мы три катки так жестко отыграли. Я не знаю, может, это пока что звание невысокие кидает. Мало кто сейчас играет напарники. Все сейчас чекают обнову, видосики и так далее. Короче, пацаны, первая часть напарников успешно пройдена. Мы очень жестко отыграли. Поэтому, если хотите вторую часть и вообще финал калибровочки, обязательно добирайте 15 тысяч лайков, и мы сразу выпускаем новый видосик. А пока что всем до следующего видоса и пока. Побря!